пришел наш декор на бамбуковую мебель, на бамбуковый стол, который мы уже ждем 2 недели, никак не дождемся. Пришла такая огромная упаковка. Я думаю, то, что фонари тоже будут достаточно большими. Но они пришли в разборном виде. Сейчас посмотрим, разборном или собрано. Мама открывает. Ждали коробу, наверное, дней 5. Ты что? 3 дня. 3 дня? Ты все города быстро. А здесь у нас варится чечевица для супа. А там режутся овощи. Все делается у нас. Они собранные приехали, нам не нужно их разбирать. Ну да. Нам не нужно их складывать. Ой, точнее складывать, разбирать. Нет. Они реально огромные, я думаю, то, что они, наверное, для пола все-таки. Конечно, для пола. Ну, мы маленькие не захотели, мы заказали большие. Что, мы 2 поставим туда, один на пол. Я же говорю, что нужно поставить один на пол, второй на стол, и третий можно туда. Заказали с Хепси Бурада. Сайт такой, Турция. Те, кто в Турции, знают. Свечи, подсвечники такие. Один 54 сантиметра. На втором. Этот 40 с чем-то. 42, по-моему. Этот 54, один 40 с чем-то. Вот такие вот 3 подсвечника. Сюда устанавливается свеча, либо можно фонарик. Ну, скорее всего, свеча. Вот. Можно на стол, можно здесь где-то поставить. Ну да, мы хотим вот большой здесь поставить. Здесь будет стол большой и 2 подсвечника поставить на стол. Смотрим, у нас еще есть машина. У нас еще есть деревянная машинка. Как вы помните, нам в подарок дали в магазин бамбуковой мебели. This is my big formasa. Поставь его на пол, пойди. А ну просто is, поставь, интересно. This stool will be good for myself. Oh, no, как-то пусто, мне кажется. Two for один... myself? Мне like кажется, this пусто. Will be beautiful. А ну на пол поставь все. Как красиво, look. Мне кажется, они на полу красивее смотрятся, чем они будут стоять на столе. No. У нас сегодня опять плюс 26 градусов. Дождь ушел с Мерсина вновь. Но прогноз погоды показывает нам то, что на следующей неделе опять будет дождь. Ну, мне кажется, он будет такой же 5-минутный, как и на этой неделе. Надо еще их протереть. Итак, мама делает контент. Какой контент? На полчаса будет мое видео, потому что мы будем переставлять сейчас фонарики со стороны в сторону. Нет, у меня нет стола. Комнаты. Давай. Стола нет. Без стола мы можем найти чем заняться. Да, вот так вот компактненько. И третий посередине. Вот, красиво. Зато на Новый год поставить сюда свечки. Свечи. Это материал МДФ. Алю говорит, сейчас будет переставлять со стороны в сторону весь день. Женщинам простительно. У нас уже темнеет, поэтому видите, как уже так. В квартире уже темно. Вот делается у нас непонятно, что там откроется. Вот такая вот у нас еще есть деревянная машинка. Но нет, они темнее.
сюда. Мне немножко тянуть. Так? Иди разворачивай, крути. Так, ну так стола же нет, что делать. На столе, на этом. На полу. На полу. Композиция, ребята. Вот эти два на столе вместе с машиной, а один рядом с креслом будет. Нет, ты как-то ее не так поставила. Убирай машину. Пока будет стоять здесь. Большой... В общем, мы хотим вот этот вот большой диван и это кресло перенести на другой балкон. У нас еще есть один такой же по габаритам балкон. В общем, туда мы хотим поставить кресло и диван. Вот эти вот три столика будут стоять здесь. Вот, немножко их компактнее сложить, и они тут будут стоять. И цветочек еще на них будет. А здесь будет стоять большой стол бамбуковый и четыре кресла и диван. Вот, такие у нас планы. Кресло и все. Вот этот вот столик мы уберем, в общем, в кладовку. Здесь будет большой диван, здесь кресло. И все, это будет еще одна комната для гостей, например, если кто-то придет с друзей, родственники могут приехать. Вот такой вот балкон большой, видите, как комната. Мы считаем это комнатой. Мы никогда здесь особо окна не открываем, поэтому это комната. Дорогие мои, спасибо большое за просмотр. А вот со дня на день, мой Мишутка, мой хороший, со дня на день должна прийти мебель, и я сделаю ролик, как мы все расставим, потом декорации, как мы все поставим, в общем, я вам все засниму. Спасибо большое за просмотр, увидимся в следующих видео.